И снова здравствуйте, это вновь Спиланки. О, кто-то тоже сейчас играет Спиланки. Я записываю это, как сказать, с новым оборудованием. Ну, не то что оборудование, скорее с новым техническим оснащением. Нет, наоборот, софт, да. На этот раз я записываю Фрэпсом, чем еще? Обрабатывать буду Вегасом. Не знаю, посмотрим, как получится. Потому что меня уже достало, что у меня, если я делаю длинное видео, там минут на 40 хотя бы, да, то оно начинает где-то ближе к концу небольшой рассинхрон создавать. Мне это совсем не нравится, и поэтому я решил пользоваться другими вещами. Потому что это плохо. Окей, в прошлый раз... не совсем в прошлый раз. Когда это было? Я не помню, когда это было. Это было давно, в незапамятные времена, когда динозавры ходили по земле, и гости где-то среди них вольным таким, как сказать, вольным существом бегал, существовал, кушал какие-то вещи, кушал других динозавров. Да, гости когда-то был динозавром. Это нормально. И мы, в общем-то, кто-то напомнил мне на ютубе, действительно, надо победить Олдбайте, потому что... Мы, в общем-то, стараемся получить все записи в дневнике, фактически. Я могу... Есть. Немного уже научился. Да, Олдбайте, все записи в дневнике будем получать, полностью, фактически, игру проходить. О, вот это был неплохой бросок. Знаете, я возьму с собой стрелу зачем-нибудь. Не знаю, просто возьму с собой. Так вот, победим Олдбайте, но для этого нам нужен дробовик, естественно. Ну или куча бомб с пастой, пожалуй. Не знаю, честно говоря, как это надо будет сделать. Там будет куча пираний, кроме самого Олдбайте. Олдбайте это, если что, старый кусака. Огромная такая пиранья. Нам надо победить. Еще на дне там куча сокровищ, но мы не за этим. Нам нужен Олдбайте. После Олдбайте, я думаю, мы уже как раз начнем заниматься садомией насчет полного прохождения игры. Хотя нет, одно видео уже там, или два, я этому посвятил, но... Потом мне уже сказали про Олдбайте, и я подумал, а почему нет? Это важно. Важно все открыть. Поэтому будем так делать. Что я могу сказать? Первый этаж прошел, как обычно. Это первый этаж, там ничего особенного не может быть, как я уже тысячу раз повторял. Так, здесь есть алтарь, я бы был совсем не против уничтожить женщину. Буквально. А не какая-нибудь там метафора. Эпитет, да, метафора. Русский язык. Почему я перестал разговаривать на тебе? Да, именно так. Окей, минус одно здоровье. И знаете, что я говорил о куче бомб и пасти? Опс, это как-то... Опс. Упади вниз. Будь добр. Да, у нас очень такая напряженная ситуация. Пожалуйста, умри. Есть. Из таких ситуаций есть выход, как видите. Не самый элегантный, но выход есть все же. Так, давайте побыстрее, надо найти сундук, потому что скоро появится призрак. Поступим по-умному. Так, вот так вот. Оп. Есть. И вторую тоже заодно. Все. Главное, чтобы ключ на меня не упал, вот что. Я туда могу за... скоро призрак появится. Пожалуйста, вниз, ключ. Ты мне нужен... окей. Все намного проще. Я просто думал, что он где-то в правом верхнем углу. Я не против еще пожертвовать женщину, вот в чем дело. Если я найду... Отлично. Черт, 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 призрак. Я поставлю две бомбы. И сделаю так, чтобы призрак с левой стороны пошел. Надеюсь, что он с левой. И я, конечно, трачу гребаные веревки, но... Жертва это очень важно. Так, 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 где алтарь? Вот он, алтарь. Очки, GG, GG. Все, мы не сможем уже проиграть. И знаете, я, конечно, могу еще пожертвовать продавца, но это, черт побери, проблема. У меня нет джетпека, ничего такого. Я использовал две бомбы, я просто хотел вот этот ящик. Пофиг, использую еще одну. Оно того стоило, я полагаю. Я использовал три бомбы, и я получил три бомбы. Ну, хотя бы я вернул то, что было. Я все-таки надеюсь очень, что эта запись с Фрэпсом будет нормальной, потому что я так давно не записывал с Фрэпсом, и я боюсь, что что-то я там мог налажать.
И если даже не налажал, вдруг опять будет рассинхрон. Я совершенно не хочу рассинхрона. Потому что я не могу из-за этого записывать длинные эпизоды спеланки. А длинные эпизоды спеланки в любом случае будут, так как где-то обычно... Оу, нет, нет! Окей. Я уже обрадовался, надо было срочно веревку использовать. Ну ладно. Длинные эпизоды спеланки в любом случае будут, потому что на путешествие в ад и обратно достаточно много времени требуется. Это как сказать? Это аксиома. Нет, конечно, есть спидранеры, но я не из них. Я не из них. К счастью, к несчастью, не знаю. Вот, видите, можно все-таки ударить паука верхом кнута. Так, и так. Нет, все как обычно. Будем умирать 1000 раз, но рано или поздно мы справимся. Потому что предыдущий эпизод, который я выложил... Нет, не предыдущий, это... Я его просто только сейчас выложил, поэтому для меня он предыдущий. Где я все-таки победил, спойлеры. Во-первых, я победил этого, Альмека, плюс я получил плазма-пушку. Я рад, как там все вышло, и не знаю. Я рад. Окей. Это что-то, я полагаю. Хотя там в любом случае было бы что-то. Так, первый этаж, питчер змит. Теперь мне я постоянно буду забывать... А, женщина, я ее не заметил. Теперь я постоянно буду забывать, что у меня есть перчатки, и кидать вещи по-странному. Женщина, алтаря здесь не может быть. Ну все, а Дольфина идет на выход вместе с нами. Окей. Первый этаж, как всегда, без происшествий. Чёрт, как я люблю эту игру. Не знаю. Это я зря. Как минимум 69 частей будет, если вы понимаете, о чем я. Не знаю, она мне пока не надоедает вообще. Я в нее играю и... Да, охренительно! Вот это было совсем не охренительно. Я хочу получить пасту. А, черт, у меня же этот... Печерзмит. Вспомнил. Вовремя. Окей. Паста, рубинчики и так далее. Окей. Змея! А, сука! Вот змея, тварь, а. Не вовремя отбежала. Точнее, отползла. Змеи не умеют бегать. Окей, я... хочу ли я... Да, почему бы нет. Бомб мало, конечно, но что поделать. Я уже жалею, честно говоря. У нас всего одна бомба теперь. Я бы не против еще женщину спасти, если алтарь есть. Точнее, тогда получается не спасти, а наоборот. Окей. Это хороший продавец, поэтому... Ну как хороший? Для убийства. Опс! Тупые перчатки помешали. Ну окей, все нормально. Нам же сейчас недалеко идти, нам всего лишь до Олдбайти добраться и все. Это будет нетрудно. Так, теперь я, если что, смогу пожертвовать женщину. Уф, окей. Так, расслабься. Продавец мертв, все окей. Этот прыжок можно сделать, я это гарантирую, но... Я сделаю так, есть. Красиво. А, окей, еще один предмет. Так, ты... Нет, я помню, что там внизу шипы, так что давайте... Как-нибудь вот так, и... Нет, все окей. Так, мне нужно... Вот этот прыжок можно сделать, я это гарантирую. То есть, два влево и... Один вверх, это можно, это возможно. Я видел, как это делают, но у меня не получается лично. Так что это, черт побери, непросто. Ха! Нет, проще веревку использовать. У меня их мало, но дробовик нам нужен. Но этот прыжок возможен. Не помню, делал я его или нет, но это возможно. Я это гарантирую. Это гостифовская печать подтверждения. Так, хочу ли я... ей нормально будет. Значит, нет. А, да, я же ее ударил как-то. Окей. Так, окей, призрак придет с той стороны. А, кстати, все, наконец-то я вам покажу. Окей, где ты? И... Чиз. Вот такие дела, в общем-то. А, черт, мне нужен дробовик. И камера. Нет! Так, окей, не торопимся. Главное не торопиться. Призрак вообще не очень опасен. Нет, на самом деле он чертовски опасен. Но справляться с ним можно, как видите. Есть.
Еще раз повторяю, выстрел с дробовиком добавляет один квадратик высоты прыжка. Поэтому с помощью с призраком спокойно можно справляться. Я даже не знаю, если на уровне джунглей не будет олдбайт, наверное, я буду рестарт делать, я не знаю, честно говоря. Уф, я этого боялся. Давай, вверх. Вверх, пожалуйста. Вверх. Алло. Мистер Паук. Мистер Паук. Я тебя даже мистер называю. Ты оборзел совсем? Окей. Если не хочешь по-нашему, будет по-твоему. Ах, забейте. Мозги не работают иногда. Чаще, чем мне бы хотелось, конечно, они не работают, но... Окей. Где теперь мой дробовик? Вот он. Алтаря не вижу, так что на женщину пофиг. Хотя надо было, в общем-то, HP собирать. Олдбайт еще тот засранец. А в то же время мне так лень. Так, я помню, у меня есть перчатки, так что здесь будет удобно. Давай быстрее, пока он не выскочил. Есть. Все отлично. В такие моменты главное не бояться того, что происходит. Я вот, например, сейчас очень боюсь, что здесь происходит, но я лучше обойду. Вот и все. Потому что мне нравится эта идея, что я могу здесь ящичек взять. Я беру деньги, не знаю зачем. На всякий случай, вдруг он решит развернуться и откусить мне задницу. А, окей, веревки. Нет, на самом деле веревки — это хорошо. У нас как бы бомб хватает пока что, а вот веревок не было почти. Окей, нормально. Не знаю, все нормально. Добраться до джунглей, убить Олдбайти и жить прекрасной жизнью. И умереть от старости, как, в общем-то, говорится. Ну, говорится в этой игре. Так, паук, иди к черту. Змея, иди к черту. Скелет. Не оживай. Вау, спасибо. Такие вещи в этой игре происходят интересные. Не во всех играх такое увидишь. Окей, я надеюсь... Да, на алтаре я и надеялся. Надеюсь, это его заденет. Не уверен. Да, задело. И здесь же... Окей, это как-то странно. Не то, чтобы это невозможно было, но просто выглядит довольно интересно. Окей, минус жертва, точнее, плюс жертва. Минус женщина. Отлично. Одна из лучших жертв, которая только могла быть. Там куча камушков, конечно, но мы не за этим боремся. Нам нужен олдбайт. О, черт, мне смс пришла. Секунду. Мне интересно, небось такси предлагают. Баланс менее 30 рублей. Окей. Я не то чтобы часто телефоном пользуюсь, но иногда приходится. Окей. Окей, все. Это было очень просто. Паук, без проблем. Я профессионал в разборках с пауками. Но не в реальной жизни. Не то, чтобы я их сильно боялся, но... Если такой... Ну, естественно. Если такой к тебе домой заберется, то это, конечно, не очень приятно. У нас 1 HP. Я не думаю, что у нас что-то получится. Одна пиранья укусит, а их там тысячи, тысячи и тысячи. Но нам конец, конечно. Не хотелось бы. Я, конечно, могу теперь скоро копалу получить, но это маловероятно. Ну, нет, это немаловероятно, просто надо еще выжить для этого. А вот это уже маловероятно, действительно. Я полагаю, это все, да? Да. Конечно, полезные вещи, но, в общем-то, пофиг. Это интересно, как-нибудь Фрэпс повлияет на звук? Вдруг он, не знаю, запишет игру намного громче, чем этот, чем Бендикэм. Хрен его знает. Я вот боюсь, что все это попортится. Кто их знает, этих фрапсов. Странная вообще раса. Так, это не тот уровень, где нам надо с олдбайте справляться. Ждем. Ждем, пока этот уровень будет. Опс, опс! Окей, я бы не отказался, на самом деле, еще от бомб. Не торопись. Окей, он мертв. Возможно, его убила синяя лягушка. Видите, она здесь так вроде бы невинно прыгает, но на самом деле мы знаем. Мы знаем, что она из себя представляет. Выход! И синяя лягушка на выходе.
Это плохой знак, плохой знак. Окей. Давай, пожалуйста, I hear Russian water. Нет, обычно. О, смотрите, веревки. Окей. Где мои веревки, Нига? Nigga stole my ropes. Умри, пожалуйста, сам. Отлично. Бумеранг. Без проблем, я полагаю. А здесь могут быть проблемы. Потому что здесь... Вот это есть. Так, я хотел просто проскочить, но... Оу! Но я подумал, почему бы... Я не знаю, как мне этим заняться. That's what she said. Почти. О! Это было что-то. Как минимум. Я аж заикаться стал. Опять? Черный рынок. Это здесь, что ли? Блин, мы не за этим идем. Нам нужен олдбайти. Пофиг, я использую. Бомбы, веревки, чего только нет. Кажется, черный рынок где-то здесь должен быть. Да. А, вон он, видно, зелененькая. Точно. Блин, ну, черт, это и не Here Russian Water все равно. Может быть, четвертый уровень будет таким. Хрен его знает. Это ведь 1-2, верно? Точнее, 2-2, извиняюсь. А, нет, это 2-4 ведь. А, все, блин. Но если я здесь, скорее всего, умру все равно, поэтому, в общем-то, не так уж и страшно, что мы здесь находимся. Почти! Это было близко. Окей. Не проблема, честно, не проблема. Мы все равно не за этим идем. Окей, спидран. Спидран. Почти спидран. Надо получить по-быстрому дробовик, надо по-быстрому добраться до джунглей. Это было гениально, если кто не понял. Плохой спидран, уже 15 секунд. А! Окей, женщину можно взять. Легендарную Адольфину. Черт побери. Я сейчас очень... Как бы... Как это выразить-то, ё-моё. Очень обеспокоен тем, что запись может быть не такой, как надо. Посмотрим. Тем более, я все равно не думаю, что этот эпизод будет длинным. Нам всего лишь надо его убить в олдбайте. Но я все-таки боюсь, что вдруг будет все равно задержка. Паста это прекрасно. Давай. Паук. Вот так. Я вижу ключ, и мы, конечно, можем взять, но нет. Мы побыстрее к олдбайте. Правда, я не думаю, что один дробовик нам позволит его убить. Не знаю. Нам бы побольше бомб, вот что. 22, конечно, хорошо, но... Не кажется, что это достаточно. Пожалуйста. Умри. Умри. Умри и больше никогда не появляйся в моей жизни. Все? Все. У него, к сожалению, была только наемная помощь, и... Как будто она мне сильно нужна. Как будто она мне вообще нужна. Нет, она иногда нужна. Но это не тот момент. Продавец на выходе. Продавец на выходе. Продавец на выходе. Это проблема. Даже большая проблема, чем вам кажется. Нет, знаете, мы справились. Так, я подожду эту змею. Все, спасибо. Мне нужны эти бомбы, мне нужны это золото, мне нужна эта стрела. Нет, на самом деле она мне не нужна. И мне нужен этот выход. Приятный такой выход. Окей. Олдбайти, засранец. Олдбайти, засранец. Нам тебя надо победить. Змеи. Оп, 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 нет. Окей. Я жив. Гости вживи. Хэштег. Гости вживи. Окей. Не знаю, как я здесь хочу поступить, наверное, как-то так. Это летучая мышь. Есть. Окей. Попал?
Не то чтобы. Опс! Совсем не попал. Окей, у нас проблемы. Ладно, надо было раньше вот это сделать. Есть! Все, отлично, отлично, отлично. Я начинаю... Я каждый раз это говорю. Нет. Начинаю лучше играть, не сказал бы. Начинаю лучше разбираться с продавцами. Да, есть чуть-чуть, по-моему. Но это и есть, наверное, лучше играть, я полагаю. Потому что это необходимая вещь в основном, оказывается. Синяя лягушка, не вздумай! Не вздумай сделать то, что ты хочешь сделать! Окей. Два камушка, они нам не нужны. Нам нужен олдбайти. И только олдбайти. Что там, конечно, жертва? Нет! Как всегда, нет, парашют нам, честно, пофиг. Не нужен. Окей, без проблем. Вообще, легкая игра же, верно? Умереть здесь очень трудно. А, нет, это не то. Хотя то, что здесь написано Zeta Restless, это не значит, что не может быть одновременно Russian Water уровень. Они бывают вместе. Surprise, motherfucker! И этот теперь там бегает внизу. Нет, это не водяной уровень. К сожалению. Ох, меня эта паутина немножко смутила. Паутина смутила. Окей, пожалуйста. Can't see shit, Captain. Captain. Опять же, там внизу может быть вода. О, как всегда. Источник всех моих проблем. Окей. Окей, 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 окей. Спокойно. Главное не терять концентрацию. Лимонной кислоты. Окей. Вообще не страшно. Ни чуточки. Ну я уже зажег, так что не проблема. Главное, что пираний нет. Так, можно я подниму вот это, спасибо. Там огромная лягушка, и она может доставить проблему, потому что в ней другие лягушки. Знаете какие? Синие. Это самое худшее. Так. Окей, вроде бы удачно. Мне не нравится это место. Я попробую. Окей, я жив. Нет, нет, опять не тот уровень. Окей, я не знаю, как мне. Я полагаю. Опс. Окей, продавец должен быть где-то в этой стороне, я полагаю. Может, даже в этой стороне. Нет, в этой стороне пираний нет. И продавцов тоже. Нет, вру, есть. А, дробовик! А, продавец где-то здесь! Темно, не видно, ни дерьма! Не знаю, я просто... Ты мертв? Оп! Я сейчас буду мертв! Нет! А, действительно. Окей, давайте еще разок. Неудачный, конечно, эпизод будет, но что поделать? Не всегда будет удача у нас. Ведь, блин, дол... Твою мать. Долбайте... Здесь дело уже удачи. Конечно, потом надо будет с ним сражаться, но... Это... Но часть, как бы, уже 90% дела, это... Получить уровень солдбайте. Как бы... Если ты его не получаешь, то... Хрен ты его победишь. Очевидно. Я сегодня капитан... Нет, я даже произносить не буду. Это так... Это такое ретро... Я не мог вспомнить слово ретроспектично, ретро... Что? Ретро... Я не помню этого слова. И оно там, честно говоря, не стоит. Нам нужен дробовик. Давайте сделаем это на другом уровне. Честно, здесь оно этого не стоит. Я, может, только куплю очки, и вдруг темный уровень попадется. Потому что в прошлый раз он мне задницу надрал. Есть... Немножко уже начинает это время рассчитывать.
потихонечку. Скелет. А, нет, скелет, да. Окей, здесь все хорошо. Там тоже спокойно. В Багдаде. Или где там спокойно-то был, я не помню. В Багдаде все спокойно. Это вообще песня или что? Я не помню. Окей. В Багдаде все спокойно. Да, нет, подождите, это. Это же из какого-то фильма, нет? Вроде бы да. Про какая-то сказка, нет? Гости слишком старые уже, не помнят ничего. Окей. Пошел к черту. Окей. Гостев старый и не помнит сказок. Ведь это был фильм «Тысяча и одна ночь», нет? Разве не это? Это вроде бы был фильм «Тысяча и одна ночь». Вроде бы советский. Ау! Ау! Окей, может быть, это не последняя попытка, потому что мне кажется, что мы быстро умрем. Хрен с тобой. Ты того стоишь, в общем-то. Вроде бы это была «Тысяча и одна ночь». Фильм. Он еще Нет, он не был черно-белым. Что же делает со мной моя память? Да, оно того стоит. Я бросил на нее свой дробовик, но это нормально. Если вы бросили дробовик на свою девушку, это нормально вполне. Только потом смотреть, чтобы, не знаю, не выстрелил случайно. Потому что у меня такое часто случается, особенно в этой игре. The Dead are Restless! Что ж такое-то? Нам не это нужно. Что там? Паста. У нас нет пасты. Официально. Нет! Нет! Упади вниз. Упади. Пожалуйста. Господин! В смысле, сударь! Господин, это был перебор. Сударь! Сударь, провалитесь вниз. Сударь, скройтесь. Сударь! Сударь! Я не буду вас больше сударем называть. Что? Честно говоря, я не понял, что произошло. Нет, я понял, я спустился. Вау, окей. Спидран! Я спустился, и он мгновенно развернулся и убил меня. Окей, я не думал, что это может быть. 7 секунд, первый уровень, гениально. Давайте, спидран. Окей. Где магазин? Где первый магазин? Окей, никакого спидрана. А, бомбы. Нам нужен просто The Dead are... Не The Dead are Restless, а I Hear Russian Water уровень. Если мы его не получим, это плохо. Я просто думал, может мне отбить или просто проскочить, хрен с ним. Но я просто взял и сбросил дробовик, потому что это самый лучший выход. Окей. По-быстрому. Нет, не настолько быстро. Too fast for me. Окей. Летучая мышь. Дезинтегрированная. У нас все хорошо. Хрен с тобой, мне надоело разбираться с тобой по-другому. Окей, да, если что, вот так можно делать. Я совсем об этом забыл. А я все время тратил бомбы, что-то напрягался. О нет, это будут большие проблемы. Но если он выживет, мы сможем его пожертвовать. Это хорошо. Окей, все, иди сюда, пожалуйста. Ведь он может и тебя ударить, вот в чем проблема. Даже тебя выстрелить может. Окей, у меня легкое чувство дежавю. Легкое такое. Ничего особенного, в общем-то. Еще у нас нет пасты. Хрен с ней. Да, бесись сколько угодно, мне реально плевать. Сегодня гостев нигилист. Окей. Удачи там тебе. Проскочил снизу быстро. Окей, джунгли, пожалуйста. Russian water. Русская вода. Значит, нет. Конечно, я заплачу. Без проблем. У меня вон сколько? 8 тысяч долларов есть. Хотя, мне кажется, этого не хватит. Не то, чтобы за это можно было платить, действительно. Было бы классно, кстати. Откупаться от этих засранцев. У меня нет пасты. У меня нет пасты и мозгов. Заодно. У меня проблемы. У меня большие... у меня нет никаких проблем. Совершенно. Я хочу найти женщину. Окей. Придется. Надеюсь, это хоть хватит. Было бы глупо, если нет. Окей.
Так, не торопиться. Окей, летучую мышь, жди. Все, окей. Честно, я хочу донести ее до выхода. Ну ладно. Копало. Окей, собрать, собрать. Теперь идем искать немножечко крови. Потому что с таким здоровьем я, наверное, не выживу. Так, чуть-чуть крови здесь. Наверное, я больше не смогу собрать. Там есть, конечно, это существо, но это рискованно. Я могу уничтожить алтарь, и там будет куча пауков. Я могу собрать кучу крови, но, знаете, это опасно. Окей, опять нет этого уровня. Окей. Окей. Все в порядке. Все в порядке. Не нужно паниковать, пока не появилась синяя лягушка. Окей. Два здоровья. Это уже что-то. Женщина, пошла к черту от дельфина, я тебя никогда не любил. Ты в очень неприятном месте. Блин, я совсем забыл, что у меня нет ботиночек. Такое ощущение, что я прыгаю очень невысоко. Ну так и есть, в общем-то. Че у меня наверху сосед гребаный? Окей. Он еще жив. Я просто хотел убить синих лягушек, потому что она здесь самая Они здесь самая большая угроза. Так, окей, ты можешь взорваться сколько угодно. А я заберу бомбы. Прекрасно! Надеюсь, следующий уровень будет то, что нужно. Пожалуйста. Спиланки. Плиз. Спиланки? Спиланки, ты плохой человек. Игра, не знаю. Нет, игра отличная. Но иногда очень... Батхёрт доставляет. Не люблю это слово, но... А, да, это я хочу. О, синяя лягушка. Окей, я чуть умер. Так, не приземляться на эту хрень. Чуть не забыл. Отдача. На даче. Дальше на даче. Лучше пив маловарить жизни. Все, отлично. Спиланки, у тебя есть шанс реабилитироваться? Дай мне нужный уровень. Прошу тебя. Это же так легко. Опс. Это было совершенно не опасно. Вам просто кажется, нет! Блин, эпизод уже долго идет. Давайте попробуем еще. Черт побери, мне совсем не нравится то, что... В этом эпизоде я даже не увидел олдбайте. Хотя бы дай мне попытку, спиланки. Дай мне попытку. Может быть, я умру на олдбайте. Это тоже что-то. Дай мне хотя бы попытку. Да, я думаю, стоит того. Я хочу хотя бы попробовать с ним сразиться, потому что я ни разу этого не делал. Я один раз от него умер, потому что я просто упал в воду, вроде бы. Да, я упал в воду, и там была куча пираний, меня зарейпили до смерти. И это все, что я смог сделать. Я хочу хотя бы добраться до засранца. О, привет. Как дела? Что ж, меня вообще интересует вопрос, что они там делают, черт побери. Там уместиться в таком дерьме непросто. Нет, ладно еще пауки, ладно... Ладно змеи, они складываться могут, все такое. Они как бы... Это нормально. Но... Скорпион, целый скорпион, они большие, они размером примерно с продавца. Я не знаю, как они там умещаются вообще. Хотя, черт, я вот сейчас думаю, Фрапс-то, он вообще почти не сжимает, что-то вроде такое, и... Я записал где-то, просто попробовал, звук проверил. Я попробовал, и он записал, сколько, 10 секунд или 15. И это уже было 100 с чем-то мегабайт. И, честно говоря, я боюсь, что из-за этого я не смогу обрабатывать нормально. Ну, не знаю. Но если что, в этом эпизоде особо ничего такого не происходило, именно важного для прохождения. Какого черта? Важного для прохождения. Но все равно было бы не очень приятно терять записи. Любые, что бы там ни происходило. Окей, у меня немножко напряженная ситуация. Если кто не заметил. Есть. На самом деле все было совершенно не опасно. Окей, ты. Честно, мне наплевать. Я хочу на выход. Так, один мертв. Один мертв. И можно свалить отсюда. Окей, еще одна попытка у нас есть. Я реально хочу это сделать. Солдбайте. Это было... Это почти триллер. Реально, спиланки надо экранизировать. Это был бы самый лучший триллер на свете.
сколько слез пролито кровавых над этой игрой. Так, окей. Не торопиться! Нет! Нет! О, я так хотел еще одну попытку. Окей, давай все-таки попробуем в следующий раз. Это уже 35 минут. Я все-таки проверю, как оно... Как фрап записал, как это обработать и так далее. В Вегасе. Потому что в Вегасе я еще ни разу видео не обрабатывал. Так что да, не беспокойтесь, да? Иногда все не так выходит, как хочется. Мы даже не увидели олдбайт. Но поверьте, это большая рыба. Это большая проблема. И мы с ней справимся. Рано или поздно. Скорее поздно, чем рано, конечно. Но не в этом же суть, верно? До встречи!